Я леплю из пластилина, пластилин нежнее, чем глина. Так может сказать каждый ребенок, кто занимается творчеством, имея в руках этот материал. Но пластилин пластилину рознь. Тот, что был в детстве мам и пап, и в руки не берите. Зато современный и мягкий, и податливый, и яркий. Для любимых воспитателей сегодня наш детский урок творчества. На рабочем столе умный набор. Чудо-пластилин и паста, доска для раскатывания, ножички, формочки. За столом воспитатель, тот самый, в честь праздника которого и затевается наш конкурс поделок. Но главное действующее лицо – пластилин. Пластилин как раз направлен на то, чтобы мы развивали моторику у детей, но при этом получали удовольствие. Посмотрите, пожалуйста, вот мы использовали сегодня два цвета. Они очень яркие, да? Один цвет желтый, рыжий, такие осенние цвета, оранжевый. Дети уже, когда видят его, уже получают эмоциональное удовольствие. А когда они его берут в руки, он очень легко отщипывается, очень легко мнется. Он очень мягкий, вот смотрите, я его не разогревала. Ну вот даже, допустим, я возьму целый кусок, да, посмотрите, как он, оп, все, минимум усилий. И ребенку, и маме получают удовольствие и развитие. Этот урок для малышей от года до 3 лет. Техника работы проста. У ребенка от года до 3 лет они не будут напоминать прям как таковые. Это все имитация. Мы отщипнули кусочек и прижали его на листочек. Время занятия всего 10 минут, а радости на 10-рых. Главное – найти мамино времечко. Не часто, потому что времени на всех и на все не хватает, но раз в неделю мы стараемся садиться за вот этот маленький столик и что-то лепить своими руками. Ну, например, вот такую композицию, как осеннее дерево с разноцветными листьями из вот этого замечательного пластилина, который ребенок сам отлепляет и прилепляет маленькие кружочки на дерево, и получается вот такая замечательная картина. Когда мама вместе с ребенком садятся за любую деятельность, они сближаются. Каждому приятна его работа. Если мама малыша потом будет хвалить, даже занять, пусть она один мазочек у вас сделает, но если вы его потом похвалите, он в другой раз сделает 2 мазочка. Ну и так далее, как снежный ком. Пожелание воспитателя у меня будет, наверное, такое, чтобы они прежде всего оставались детьми, потому что пока мы дети, мы радостные, веселые и готовы всегда мечтать.